Привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. И сегодня я хочу несколько поразмышлять на тему о том, какие бизнесы сейчас имеют шанс выжить. Потому что, конечно же, как предприниматель я этим озабочена, я постоянно об этом говорю, я слежу за тем, как проходят стримы, что пишут люди, мои друзья-предприниматели, общаюсь, задаю вопросы. И, конечно, на сегодняшний день ситуация, мягко говоря, неутешительная. Но в то же время уже люди начинают принимать какие-то определенные решения, уже какая-то картина плюс-минус начинает проясняться, и уже абсолютно все зрелые предприниматели понимают, что прежнего мира не будет. Мы все уже это знаем. И, соответственно, мы не можем до конца понимать, как будет, но мы точно понимаем, что в ближайшее время нам предстоит очень серьезно измениться. И конкретно сейчас мы не можем делать никакие стратегии на полгода даже. Мы можем жить сейчас и думать о том, что мы будем кушать прямо сегодня. Потому что пройдет еще совсем немножко времени, когда жировые запасы иссякнут, а у предпринимателей, у которых на руках есть сотрудники, у которых стоят сейчас площадя с ресторанами, салонами, и где нужно принимать быстрые решения, особенно если это не твоя собственность, у тех, у кого своя собственность, в данном случае повезло, нужно что-то делать. Кто будет точно умирать? Первое, что я могу сказать, будут умирать однозначно неэффективные бизнесы. Я думаю, что позакрывается большинство тех салонов, магазинов и прочих каких-то компаний, которые открывают за деньги своим женщинам или просто своим детям. Короче, все неэффективное будет однозначно закрываться по той простой причине, что у тех, кто финансирует, сейчас тоже проблемы. Давайте не забывать, что проблемы во всем мире. Второй момент. Если вы, например, маленький предприниматель, и ваш бизнес тоже неэффективен, вы зарабатывали какие-то копейки, то самое время понимать, что в данном случае, скорее всего, если ваш товар не покупали тогда и сейчас, какой-то особой потребности вы в нем не увидели, вам необходимо либо менять стратегию, либо прощаться с этим бизнесом и думать о том, какие боли появились у людей сегодня и сейчас. Я об этом говорю постоянно, и я буду продолжать об этом говорить. Вообще, как бы, хочу немножечко вам сказать историю по поводу маленьких компаний. Очень многие маленькие предприниматели, когда начинают бизнес, они думают, что смогут брать ценой и стараются делать какую-то небольшую цену. Но вы должны понимать, что маленькие цены, по-настоящему маленькие, могут позволить себе только очень крупные компании. Все заводы, которые производят массу всего, крупные компании, которые отшивают эту одежду, которую мы умудряемся в магазинах покупать иногда по $5, да, например, какие-то майки и футболки. Все это имеют возможность сделать только очень большие ребята, и заработать на этом они имеют возможность. Когда вы маленький, вы можете брать только одним – уникальностью и качеством, и своим таким идентификацией и достаточно четкой стратегией, пониманием того, чем вы будете людей брать. Если вы выходите на рынок без этого, если вы черти что и не понимаете, в чем ваша суть, и пытаетесь думать только о том, что сейчас я буду на это шить, продавать и зарабатывать на этом 3 рубля, то вы не будете на этом зарабатывать, потому что вы можете заработать на ткани, но ваша продажа, никто, я уже часто об этом говорю, никто не считает продажу, ничего не будет вам приносить. И сейчас, скорее всего, учитывая, что у вас, если у вас нету личного бренда, если у вас нету маркетинга, это все будет просто гибель. Поэтому в данном случае нужно перестраиваться, смотреть и думать, в какую сторону вы можете рыть. Будут умирать компании однозначно, очень много уйдет ресторанов, более чем уверена, потому что, как я уже говорила, нету подушек безопасности, и всех, у кого сейчас нету подушек безопасности, а компании крупные, так или иначе будут умирать. Если говорить плюс-минус по нишам, очень много вопросов задают. Я считаю, что все, что касается сейчас маленьких флористов, компаний, нужно срочно переквалифицироваться. Нету сейчас здесь возможности заработать. Нужно искать что-то другое, думать, смотреть и искать однозначно что-то другое. Ивент-рынок, я не очень верю в то, что он оживет в этом сезоне.
не особо верю в это. И думаю, что даже если он оживет, он сильно грохнется в очередной раз и по бюджетам, и по всем остальным моментам. Те, кто делают корпоративы, сейчас должны понимать, что компаниям будет не совсем до корпоративов, потому что сократятся сильно их бюджеты, и им необходимо делать будет серьезные реформы, перестройки в компании. То есть с ивент-рынком будет проблема. Я смотрела недавно, вчера эфир, запись, где выступал Денис. Я выступала у него на ивент-форуме, Рынский, по-моему, его фамилия, я выступала у него на ивент-форуме во Львове. У них достаточно крупная ивент-компания, они организовывают очень разные, там, Global Events она называется, вот такие какие-то большие мероприятия в своем городе, городского масштаба, разного. У них есть кейтеринговая компания, есть декор они производят и что-то там еще, техническое обеспечение. Большая команда, которая поняла, что на данный момент все клиенты от них ушли. Ну, то есть все клиенты заморозились, не то, что от них ушли, просто нет ивентов. И они приняли решение, первую реформу, которую они сделали, они посмотрели, что у них есть, вот с чем бы они могли работать. Они взяли свою кейтеринговую компанию и переделали ее сейчас, компанию доставки, если я не ошибаюсь, что-то связанное с курицей. И приняли решение всей команды, что все абсолютно, кто работают, там, декораторы, вот все, кто есть, свои люди, дабы не растеряться, они становятся сейчас курьерами, доставщиками, технологами, кем угодно. То есть вся команда превращается, начинает работать над другим проектом для того, чтобы каким-то образом держаться на плаву. Вот такая, например, история произошла здесь. У многих еще есть такое, знаете, радужное состояние, ощущение, что все-таки месяцок пройдет. Если вы не диджитализируетесь, если вы сейчас не придумаете и не увидите реальных потребностей, которые возникают у вашей аудитории, то, поверьте, долго не продержимся. Сейчас пошла история еще в ивентах, например, VR-история, когда идет там дополненная реальность, но мне, честно говоря, кажется, что на этой истории много не заработаешь и сильно много она не проживет. Когда денег становится меньше, у людей уходят искусственно выдуманные потребности и побеждают потребности те, которые есть на самом деле. Понимаете? Потому что можно, конечно, рассказывать о молекулярной кухне, но когда стоит вопрос просто под тем, чтобы поесть, то понятно, что вопрос молекулярной кухни не выходит. Я думаю, сейчас потрясающе интересное время для того, чтобы увидеть, как компании будут принимать какие-то новые ходы и решения. Если вы сейчас не можете реагировать быстро, вы очень сильно проигрываете, это я вам точно говорю. Мы этой ночью с Сережей где-то до 3 часов ночи принимали, обрабатывали заказы и помогали проводить неуспешные оплаты, проводить в успешные. Я не понимаю, почему сейчас люди стали покупать у нас больше всего с периода 9 вечера до 3 часов ночи, честное слово. Я запустила сейчас продукт, с которым так сложилось, что абсолютно точно попала во время, в боль, во все. Я говорю сейчас о своем стриме, который называется «Рерайтер жизни». И вчера просто был такой завал и поток щелкающего телефона, где нам падает на WayFoPay извещение, оплата успешная, неуспешная, вопросы и прочие вещи, что мы, конечно, обалдели от того, насколько это может быть движуха. Мы не думали вчера ни о сне, ни о чем, потому что мы прекрасно понимали, что если сегодня, прямо сейчас, когда человек хочет купить, мы падаем в состояние, мы спим, мы отдыхаем, подождите рабочего времени, мы можем потерять этого человека. Поэтому сегодня скорость ваша, все, вы должны это понимать. Сегодня сражение за своего клиента становится еще более острое, чем когда-либо. Сегодня то предложение, которое вы делаете, должно попадать четко в боль и в цель. И поверьте, когда оно попадает, у вас выстраивается очередь. Поэтому сейчас как никогда интересно прокачать в себе маркетолога. Сейчас как никогда интересно прокачать в себе такого креатора, создателя очень четкого продукта. Сейчас, именно сейчас, на самом деле, то, что вы придумаете, от этого будет зависеть, как вы будете жить в этом новом мире. Поставить свой бизнес на паузу, вы знаете, сегодня невозможно. Сегодня нельзя ставить бизнес на паузу, потому что он умрет. У него закончится
вот эти вот искусственная вентиляция легких. Я сейчас провожу постоянно консультации, которых стало очень много, что естественно, наверное, потому что люди хотят поддержки, люди хотят подтверждения правильности своих действий или неправильности своих действий, люди хотят мнения со стороны, но самое главное, люди боятся сидеть и ждать, потому что все нормальные предприниматели сегодня понимают, что ждать уже точно нельзя, однозначно нельзя. У больших бизнесов будут большие убытки, это уже тоже понятно. Сегодня у нас подъем идет у Новой почты, у которой сейчас все с доставками разлетелось, у Глова, у Ракеты, у всех, кто связан с вот этими моментами. Я думаю, что неплохо будут обстоять дела все-таки в айтишном мире, хотя уже говорят о том, что я смотрела HR-ов, что уже, естественно, работодатели начинают понижать зарплаты, понижать. Поэтому еще раз возвращаясь к тому, что у вас есть, сократите до минимума все, что вы можете сократить. Очень внимательно посмотрите на свои продукты и перестаньте продавать много. Сосредоточьтесь на чем-то одном. Сосредоточьтесь на продукте, который реально будет попадать в боль клиента. Постоянно коммуницируйте со своим клиентом. Показывайте ему, что вы живы, что вы беспокоитесь, что вы заботитесь, что вы думаете. Максимально много смотрите сейчас хорошей, полезной информации. Выбирайте эти шлаки, сериалы, телевизионные шоу. Максимально включайтесь в эфиры. Мы, кстати, в своей Inside Business School закрытой делаем сейчас открытые эфиры на YouTube. Вы их сможете у нас смотреть. Вот первый эфир у нас открытый будет с Еленой Пилипишиной. Это человек, я думаю, что мое видео выйдет как раз уже после этого эфира. Это человек, создатель, владелец Укрфлоры, глобальной большой флористической нашей компании, которая поставляет цветы, ну, громезнейшая, огромная компания в Украине. И как раз с ней Сергей будет говорить о флористическом бизнесе, о том, есть ли у него шансы, у кого есть ли шансы у маленьких флористов или нету этих шансов, и можно, простите, только цветы продавать на кладбище, здесь был мой бизнес. Возможно, я сейчас несколько жестока, но я очень хочу, чтобы вы понимали реальную историю. И я хочу, чтобы вы понимали в то же время невероятную возможность того, что сейчас, даже если сильно плохо, можно все бросить и придумать новую историю. Но для этого очень важно остановиться. Я сейчас добавила в свою жизнь обязательные медитационные паузы, когда мой мозг останавливается и когда мой мозг концентрируется очень четко на том, что сейчас необходимо делать. Панику нужно отставлять. Все паникующие бизнесы, все ваши дурацкие сейчас какие-то рекламки и возможность спастись, дергание из стороны в сторону, ничего хорошего вам не принесут. Поэтому не дергайтесь. Нужно остановиться и подумать. Возможно, самое время остановиться и начать нечто новое, не боясь ничего, не боясь того, что у вас не хватит денег. Поверьте, деньги в данном случае – это последняя инстанция. Сейчас нужен мозг. Сейчас нужен продукт. Сейчас нужны правильные люди, которые с удовольствием вам помогут, если вы к правильным людям обратитесь, тем, которым надо. А если вам откажут, значит, вам нужно искать именно тех, с кем вы сможете скооперироваться. Плюс ситуации в том, что это происходит не только у вас, это происходит во всем мире. Соответственно, люди будут коллаборироваться, люди будут искать друг друга, и люди будут вместе спасаться, потому что в одиночку, как ни крути, будет сильно сложнее выжить. Время потрясающих возможностей, не устану это повторять. Если у вас есть арендаторы, вы сдаете сейчас какую-то недвижимость, скорее всего, у вас арендные каникулы, берегите этих людей. Сейчас хочу я вам сказать. Если у вас, например, есть ваше собственное помещение, в котором вы проводили какой-то бизнес, он не приносил денег, то ваш лучший бизнес будет это сдать это помещение в аренду и получать оттуда деньги и думать пока тем, чем заниматься. Сейчас не время для каких-то безбашенных экспериментов, тогда, когда вам еще есть что терять. Если терять нечего, экспериментируйте сколько хотите. Повторюсь, все, что можно переводить в онлайн, нужно переводить. Но помните, что онлайн – это тоже очень конкурентная среда, в которой нужно работать. И сам формат того, что вы сделали сайт или страничку в Инстаграм, и вы теперь в онлайне, тоже мало что вам даст. Поэтому максимально учитесь, прокачивайтесь у тех людей, которые в этой теме являются наиболее сильными, классными. И пока есть такое время –
еще побеждаете. Пройдет еще совсем немножко времени, вспомните мои слова, и мы уже увидим очень четких новых игроков в разных отраслях рынка. Мы увидим, сейчас погибает огромное количество инфобизнесменов, потому что какие-то не очень умные люди повыбрасывали кучу инфопродуктов бесплатных в свободный доступ. Как я уже говорила, отравили этим сферу, это перестало цениться, люди эту информацию не принимают серьезно, принимают ее как развлекательную пользу. Особо сильной эта информация не принесла, но рынок убивает, потому что люди теперь не хотят покупать что-то платное, и это тоже плохо. Мы должны учиться ценить труд друг друга, это крайне важно. Помните об этом. Я более чем уверена, и повторяю это миллион раз, что сейчас невероятно крутое время. Я уверена, что именно сейчас нужно программировать и нужно придумывать, мечтать и создавать новую реальность. Что именно сейчас пришло время воплощать свои самые смелые мечты. И именно сейчас пришло время для того, чтобы наконец-то дать себе ответ на эти вопросы. А чего я хочу на самом деле? Не моя мама, не мой папа, не те возможности, которые у меня были раньше, а чего я хочу на самом деле? Самое время переписывать свою жизнь. За первые 2 дня в мою программу добавилось 100 человек. Я вам скажу честно, такого не было давно. И я прекрасно поняла, что на сегодняшний день я попала в эту боль, я попала в эту тему, и самое главное, у меня появилось очень яркое желание сделать так, чтобы все люди на этой планете не побоялись создать, записать, придумать и затем притянуть в свою жизнь все то, чего они на самом деле хотят. Я думаю, что планета говорит нам о том, что пришло время остановиться и стать более счастливыми людьми, стать более гармоничными людьми, перестать гнаться за постоянными, деньгами, баблом, тут заработали, тут отдали, тут передали. Это классно, материальный мир прекрасен, но мы иногда так сильно загоняемся, что мы начинаем убивать друг друга, ненавидеть друг друга, бросать друг друга камни, с миром происходят странные вещи, братские народы воюют, ругаются. Нам нужен был этот коронавирус, чтобы нас остановить. Нам нужна эта экономическая беда для того, чтобы мы посмотрели на то, что мы делаем с другой стороны. И поверьте, что как только мы начнем идти от сердца, у нас перестанут возникать проблемы с деньгами и с чем бы то ни было. Мы должны помочь прежде всего самим себе получить новую жизнь. Мы должны отплатить нашей Вселенной, которая дала нам невероятные богатства и возможности, и показать, что мы все-таки не твари какие-то, живущие на Земле, а мы классные люди. Я благодарю вас за то, что вы меня смотрите, благодарю вас за то, что вы не ленитесь ставить эти лайки. Я буду и дальше снимать для вас ежедневные видео. Как всегда, жду вас в Инстаграме. Каждый день стараюсь туда писать, проводить прямые эфиры максимально. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста. Будем на связи. И, конечно, мы будем сейчас с Сергеем делать на YouTube, в частности, эфиры с разными предпринимателями онлайн. И будем обсуждать, рассматривать, что делать, какую нишу, что они делают, какие есть варианты. Поэтому оставайтесь, друзья, с нами. Все будет хорошо, я вам обещаю. Жду вас на Rewriter жизни. Все ссылочки внизу под видео. Пока.